сейчас буду его очень нежно. Я могу ему рассказать все, что случается со мной. Хотя вот нет, наверное, такого человека, которому бы я могла рассказать все. А вот Ваш Николаевич, я могу рассказать все. Вот, поделиться с ним самыми сокровенными чувствами. Потом он очень большой музыкант. Как говорит Лена Васильевна, это когда мы вместе выступаем, это любовь самая настоящая. Это даже может выше, чем любовь. Потому что здесь... И я, знаете, я с годами прихожу к выводу, что это очень точное определение. Совместное творчество – это да, это выше любви. Знаешь, где перехожу на другой регистр. Даже тебя не обмануть меня. Ну, работаю я с ней уже 13 лет. А познакомились мы, в общем, вообще в Париже познакомились так. А ехали мы из Парижа в Испанию на конкурс Франсиско-Венеция. Помню, Листа ты играл что-то, я уже да, не помню, Тарантелло играл. Тарантелло, да? И я подумала, вот бы мне такого пианиста. И потом много лет я все за ним бегала, бегала за всеми министрами культуры, начиная с Фурцевой, Демичев и такие Швили. И вот, наконец, состоялся наш альянс, такой давно желаемый, ожидаемый мною. На си бемоль, да? Да, си бемоль и ля, чтобы не опустить. Очень часто. Да. После си бемоль. Еще раз я играю. Жалко, что вся вот работа внутренняя наша, что вся затрата, что не знает публика, сколько труда стоит спеть вот такую безумно сложную арию. И сколько труда, сколько мастерства должно быть в этом. И где затронуты самые нижние ноты, какие только есть, и которых соль. Даже нет. Соль внизу. Октавы, до ля второй октавы, да. И жалко, что это все остается всегда за кадром. И вся работа, вся трудность. И когда уже стоишь на публике, и дыхание подскакивает сюда, и ты должна улыбаться и делать вид, что это тебе ничего не стоит. Это очень трудно. И, наверное, очень хорошо, что мы вот сегодня делаем такой урок, как будто бы открытый, правда? Здесь тесситура и низко очень сложная тесситура, и высоко очень. Если сейчас кто-то написал бы такую арию, сказали бы, что не понимает голос. Не понимает голос и не умеет писать музыки. А музыка на каждом шагу такие вещи происходят. А это мы отдохнем, увидим ангелов. Чехов не надо? Нет, это... Сумерки. Ну, я был у ней. Сирень надо. О, еще бы. Давно в любви от рады мало. Записал, ничего не записал. Ну, это в этом оглавлении почетно. Диссонанс. Не надо. Не надо, уже надоело. Проходит все, и нет к нему возврата. Кози-кози, не надо. Да. Речная лилия. О, обязательно. Покинем мило записал? Ну, это в оглавлении. Пощады я молю, не мучь меня, весна. Ох, какой романс. Ну, если... Пощады я молю. Вокалист я уже взяла с собой в Нью-Йорк и приеду в Лушу. Довозила им последний цикл. Я знаю его, давно уже пела. А где ноты? И учила, и со студентами. Как где ноты? Это все в транспорте. А, ну транспонировать надо. Да. Ну, пока я езжу, нет, транспорта нет. А как же вы учили, если... Учила уже все с Александром Павловичем Ерухиным. Работоспособность колоссальная, просто необычная. Когда на несколько часов подряд может петь голосом наитруднейшие вокальные сочинения, такие как, допустим, партия Эболи, партия меццо-сопрано из «Реквием Верди». Это в один день бывают такие работы, и даже в день спектакля, когда это нужно, она днем работает над совершенно другой партией. Я против этого, конечно, потому что это колоссальная трата энергии психической и физической. Но вот при такой загруженности вот другого выхода иногда не бывает. Вот так и вся жизнь проходит. Какие в музыке приливы, отливы, как это все только у Рахманинова есть, мне кажется, да? Да. Ну, да? Вот это секвенционное развитие. Мне немножко надо еще это играть, как говорят, чтобы свободнее себя чувствовать. Я думаю, что вот со слова здоровье, силу воли. Эту секвенцию надо лучше. Это здоровье вы притаитесь. Потом силу воли, потом больше. И я об этом и говорю, про отливы. Да, это не отлив, это наоборот все нарастание. Нет. На здоровье отлив, и дальше идет опять. Да, притаитесь, соберитесь, притаитесь. Но зато воздух, сон, пожалуйста, постарайтесь до конца держать на одном уровне. В смысле звучания? Да. Вот это фортиссимо, да? До конца. Ну, давай попробуем. Да. А может быть, дыхание взять? Здоровье, силу, волю, воздух, сон, так далее. Это можно. Ну, я попробую. Художественно. Давай, давай. Может, сразу взять сначала агитату. Пашу, первая, очень взволнованная и довольно сильная фраза. Да. А вот отсюда вы отойти. С самого начала. Раз, давай. Два. Этого протеста, конечно, слово «сон» с моим пассажем. Два. И вдруг, как бы испугавшись этого какого-то протеста, я покорял. И видите, да, да, то. Радость, радость в терпении. Какие стоны появились? Это смирение, а мне смирение не хочется. Я, не см... Вот в рояле есть это, а в моем внутреннем состоянии хорошо, хочется надо, сделать упрек какой-то. Хотя это, конечно, это жуткое богохульство. Потому что вот sempre ritenuto, то есть это какое-то подчинение. Подчинение Богу. Ритенуто это... Божеской каре подчинение. Подчинение, да. Наверное. А то было бы, наверное, и форте, и ачелерандо, и... А у меня внутри какой-то бунтарство. Да, это не... Да, подчинение. А вот давай я сделаю сначала как хочет Рахманинов, а потом как я хочу. Только постарайтесь это филирование все же. Доведите до кульминации и понемножку. Ну, давай сделаем как Рахманинов, а потом как я. Хорошо, раз, два... Может быть, самое главное в этой части, в этом вот, во второй. Одну тебя. Отношение к ней установить. И обратите внимание, что в тексте слово «тебя» падает на самый сильный звук. Перед этим крещендо и после этого диминуэндо. Значит, одну... Да. Одну тебя. Бя – главный слог в этом предложении. Угу. И вот давай попробуем. А как я чувствую этого? Как бы я написала по-другому. Чего снимать? Ну как, зубы? Не говори. Посмотрела. Вспомнила, он мой, как называется, ровесник. Да. Дитя войны. Я приехала в Большой театр. И Архипова меня встретила в коридоре. Ну, она меня и принимала в Большой театр. Она сидела в комиссии, была, ну, тогда она уже была знаменитая, я еще только начинала. Я была худая, пела сцену Амнерис и Радамеса. И помогал мне Зура Панджапаридзе. И все время говорит: девушка, не смотри на меня, смотри в зал, ничего не будет слышно. А потом я спела, и мне передали, что Архипова сказала: ну, из этой девочки ничего не получится, дитя войны. Она мне сказала, я была такая худая, тощая. Да, не знаю, помнит Ирина Константиновна, или, может, она этого и не говорила, но мне так передали. Дитя войны. Так вот это вот родилась в 1939 году. И мама еще не в ожидании меня купила для меня эту игрушку. Он был мохнатый, хорошенький. И вообще вся жизнь сейчас кажется, как мне снится сон, что я объездила всю Европу, Америку, и Японию, и, ну, почти весь мир объездила. И мне кажется, что мне приснился сон, потому что когда я была в блокадном Ленинграде, маленькая, голодная, крикуха, как мне мама говорила, что все, когда она меня вносила, все говорили: ой, опять эту крикуху принесли. Так орала, все время кричала: мамочка, мне в очень хочется хлебца. Ну вот, и потом я помню, как подружка, которая была старше меня, рассказывала, как ей хочется пирожных. А я спрашивала: что такое пирожное? Она говорит: ну как пирожное, такое сладкое что-то. Я говорю: что такое сладкое? Потому что я ничего, конечно, этого не знала. Еще у Чайковского есть. Какой романс, помнишь? Над камнем могильным склоняются грустные ивы. Я ходила даже на кладбище. Вот это, общежитие было на самом краю Ленинграда. И после этого шло кладбище. Кончался город, освещенный в огнях, и потом тьма. И вот я маленькая, молоденькая. Мне очень нужно было вот это ощущение. И как раз у Чайковского был в этом романсе совсем-совсем передано то чувство, которое я ощущала тогда. Там жизнь, свет, радость, а здесь тьма, ночь, одиночество, опустошенность. Это как была, как раз я была счастлива, что я жила на границе вот этих двух состояний в Ленинграде тогда. Поэтому очень близко это ощущение для меня. Ну, здесь были плохие вещи, да, речитативные, которые совершенно непозволительны для, да, я... самого его класса. Что здесь вот, вы уже стали, да, слово, как говорится, нам бросать, и забыли, что вы, да, певица. Давай, да? Так. Вот я бы рекомендовала это такое место медленнее и спокойнее попеть просто, что давай. Условно... Не перехлёстывала, да, все. Вокальную. Давай, еще разочек, пожалуйста. Я очень давно не пела. Сначала, да, хотите? Да. Посмотреть. Нет, нехорошо. Что так усиленно сердце, да, больное бьется. Старость, не радость. Дух ожидания. Кто-то зовет меня, шепчет уныло, кто-то вошел. Это повтори мне сегодня, если надеть тарарам-тара. Кто-то вошел, самое тихое место должно быть. Пошел, да. И да. Потом та, а, да. Вот это как ожидание, ожидание. Такого изменения ритмического. Моя келья пуста, нет никого. Это можно спокойно сказать. То есть как написано, нет. Что-то я сейчас вспомнила, как я ездила записывать Караяна «Трубадур». Помню, я пела Адриану Ликуврер с Ренатой Скотто, с Арагалем. И вдруг пришло приглашение записать «Трубадур» с Караяном. И я поехала. Ну, это было после 78-го года. Ты думаешь, да? Да. Это ж при мне было уже. Да? Да, и Регалята при мне было. Я помню, приехала в Берлин, и потерялись чемоданы мои. Да, это прям... Помнишь, да? Да, это все прям... Потерялись чемоданы, я приехала в джинсах, в каком-то свитере. Прихожу на репетицию. А, 2 чемодана было нарядов, специально пленять Караяна. Все мои подружки из Сан-Франциско поделились своими, значит, нарядами, сказали, нет, ты едешь Караян, ты должна одеться шикарно, как примадонна. Но у меня еще тогда ничего не было такого, чтобы я могла покорить Караяна тряпкой. И вдруг пришлось идти в джинсах. Пришла в джинсах, он был шокирован абсолютно моим видом. Я говорю, маэстро, ради бога, простите, я говорю, куда-то пропали мои 2 чемодана с нарядами. Я говорю, вот я пришла к вам на спевку в таком виде. Он говорит, ну ладно, ладно, говорит, ты какой, да, я думаю, он сейчас меня, наверное, выгонит. Он мне говорит, какой у вас самолет? Я говорю, вот такой-то, такой-то прилетело. Он тут же встал и пошел звонить, искать мои чемоданы, вы представляете? Ну, сразу покорил мое сердце. И действительно, на следующий день нашли мои чемоданы, на следующий день я явилась в шикарном виде и заслужила овации оркестра. И каждый раз, когда я приходила на следующую запись, приходила в разных туалетах, и каждый раз меня встречали аплодисменты, все музыканты. Очень тогда подружились, писали всего 3 дня. Помню руки Караяна. какая-то магия исходила из этих рук, он как он что-то делал так руками, что ничего не надо больше говорить. Я как-то через эти руки входила в жизнь Азучены, и я видела в его руках страдания Азучены, я видела в его руках мольбу и проклятие, и он все говорил руками, это были какие-то магические руки, я даже не знаю, какой он дирижер, даже не могу сказать, потому что я не помню этого, я только помню его руки, которые мне все рассказывали, я смотрела на эти руки и все делала, что он хотел, это удивительное чувство, которое я не пережила ни с одним дирижером. Что значит? Потому что первый раз мы делаем так. Я все знаю, все и первый, второй. А для чего? А что ты такой? Бо, это что такое значит? Ничего не знаешь. Ничего не знаю. Там, я понимаю вас, надо, как оправдать это с Фурцева, вы имеете в виду, да? Угу. Потому что начало вот это все это деревенское, это музицирование. Да. Плям-плям, плям-плям. Это почти на таком инструменте, на каком мы играем, но чуть-чуть похуже. Все-таки это было до революции. Да, там было еще хуже, как говорят. Да? А это такой деревенский «Женитьба Бальзаминова». Из фильма «Женитьба Бальзаминова». Вот это, этот романс, да? Да, да. Такая девица с бигудями, с этими утром в ночной рубахе, в белой полотняной. Во дворе лают собаки. Делать нечего. И не бойся так играть по-дурацки, как никто не умеет. Не, как лягуха. Во! Да. И вдруг. Когда порой тебя не вижу, грустно, задумчиво сижу. Чего? Когда речей твоих. Когда речей твоих не слышу, мне кажется, я не живу. Скажи ты мне, что любишь меня. Что любишь меня? Скажи Все дано ей для того, чтобы вот быть большим художником. И голос, и мастерство, огромная такая заразительность. Потом ей часто бывает достаточно просто выйти на сцену, и она уже хозяин. Она властвует над слушателями и зрителями, которые бывают. Не знаю, я не всегда... А вот ты мне не поверишь, а для того, чтобы петь Чайковского, я мечтала, чтобы я скорее состарилась. Вот ты мне можешь не поверить, а это было так. Ну, в молодости это можно об этом мечтать. Но после определенного возраста... Хочется быть помоложе. Нет, нет. Ну, да, Чайковский требует жизненного опыта. Вы правы. И я это чувствовала и не хотела петь его, потому что я ощущала гений его, но не хотела петь, потому что мне чего-то не хватало. А сейчас, а потом я так захотела, но мне хотелось быть старой. И так же, как очень многие старинные русские романсы. Я дождалась, наконец, момента, когда я могу их петь, когда я имею право их петь. Давай споем эту. Я тебе ничего не скажу. Я тебе... Ничего не скажу. Подожди, сейчас настроюсь только. Никогда нельзя спеть одно и то же. Всегда все по-разному. Да. И состояние здоровья, и атмосфера, и есть солнышко, нет солнышка, каких людей встретишь, с кем поговоришь по телефону, приятные, неприятные. Все влияет на голос, все влияет на состояние души, а состояние души влияет на все. Правда, Чачуль? Конечно. Да. Ну, такая... грустная, глубокая грусть какая-то. Этот роман? Да. Ужасный. Из старинных романсов что-то споем еще, да? А что еще? Темно-вишневый? Ну, попробуем. Чачуленька, сегодня очень плохо чувствую себя. Да? Что? Извини, Караян. Саша, можно? Ну прекрати, дрить только через все, что же. Ой, мамка пришла. Иди к мамке. Не хлюпай. Сумасшедшая. Ну, давай. Советское производство. И у меня, между прочим, был Стейнвей. Да. И этот Стейнвей меня товарищ Захаров, министр культуры, отобрал. Говорит, неправильно мне его подарило Министерство культуры при Демичеве. Оказывается, неправильно были документы. Оформлены документы были неправильно. И от меня отобрали кусок голоса моего. И вот теперь я не могу заниматься. Очень хорошо, что вы застали с этой съемкой. Пусть товарищ Захаров посмотрит, что он для меня сделал. А это вот советская Эстония так звучит. Что невозможно ни запись сделать, ничего, не заниматься. Чтобы ему пусто было, тому Захарову, вместе с его компанией, который не понимает ничего в музыке, министры. Ну что, не знаю, что съемку отменять или что. Или так будем со звенящей струной для Захарова. Ой, нам всем надо было дать героя Советского Союза, что мы возвращаемся и поем на родине. В таких условиях музыканты работают. Одни ремесленники могут работать, только ремесленники, а музыканты настоящие работать не могут. Только ремеслом могут заниматься в нашем государстве. В лучшем случае. И то только если нервы выдерживают безобразие. Отдавая все деньги в течение 20 лет, 27 лет госконцерту, я не заработала инструмент, чтобы мне оставили инструмент хороший. Безобразие, хулиганы просто. Давай. Нет, ты очень грустно играешь. Мне хочется, чтобы это было, знаешь, как вызов. Да. Да, что я о прошлом не... Да. Только много-много напомнит. Ну, сейчас немножко. Прямо. Много и много напомнит эта темно-вишняя шаль. В этой шали я с ней повстречалась и стыдливо лицо закрывала, а он нежно меня целовал. Говорил мне, прощай, дорогая, расставаться с тобою мне жаль. Слышишь, родная, это темно-вишневая шаль. Я о прошлом теперь не мечтаю, только сердце затмит. И я нежно к груди прижимаю сегодня не могу петь совсем. Все, наш оператор мечтал, чтобы у нас какие-то были трудности. Вот, пожалуйста, сегодня одни трудности сплошные, прям как специально по заказу. Знаешь, что я подумала? Может быть, нам спеть, знаешь, что... Да. Я помню, когда мы пели, концерт, этот концерт был в Лондоне. Ты помнишь это? Приехала к нам на концерт Шварцкопф. Да, я играла. Да, ты играл, и она пришла, и мы сказали, а теперь мы споем специально для вас. Посадили ее в комнату. Это уже не на сцене. Это уже не на концерте было, мы посадили ее на стул. Мы пели Шумана «Любовь и жизнь женщины», и она пришла, сказала, что совсем интерпретация совершенно индивидуальна, что она никогда не слыхала и была в таком приподнятом настроении, в восторге просто была, целовала меня. Потом я сказала, вы знаете, мне хочется для вас сделать маленький сюрприз. Мы посадили Шварцкопф на стул и спели ей Цейлера песенку Мартина Рудакоп. Вот 3 дня она сейчас в Москве. Завтра утром она опять вылетает на гастроли. 3 дня для Елены Васильевны – это большое время. Так что за 3 дня вот мы повторили, что-то доучили. Я начал учить новые романсы Рахманинова, который никогда не играл. Запланировали новую программу. Вот так и вся жизнь проходит. Душа полна тобой, а ночь такая лунная. Ох, да раз, да еще раз, да много-много-много раз, да. Ох, дитява. Ах, две гитары заныли, это просто ничего, по любви поминки. Ах, ох, да раз, да еще раз, да много-много-много раз, да. Лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Special for you, my dear. Быть такой разнообразной, такой неодинаковой и все время быть образцовой. Про меня просто это восхищает, просто как слушателя. Я уже не говорю о тех счастливых мгновениях, когда мне приходится вместе с ней выступать. Конечно, мне всегда этого мало. Если даже концертов очень много, все равно мало.